Баку для Азербайджана – это и житница, и здравница. В марте купаться еще нельзя, а вот в апреле-мае уже можно. Купаются бакинцы в пределах городской черты. Это несмотря на то, что нефтяные вышки видны с берега. В Баку, кстати сказать, впервые в мире стали добывать нефть. В море пробурили первую в мире нефтяную скважину и спустили на воду первый в мире нефтяной танкер. Столица Азербайджана Баку – город-миллионер. Входит в число 100 крупнейших городов мира. Это самый настоящий мегаполис со своими спальными районами, метрополитеном, новостройками. Застраивают Баку домами улучшенной планировки. Они похожи на московские. Новостроек вроде бакинских и у нас много, а вот такого старого города, как здесь, нет. Я в Баку ни разу не был, но мне почему-то кажется, что я здесь уже был и не однажды. Улицы города какие-то знакомые, вот это, например, улица, очень даже знакома. А вам не кажется, что и вы здесь тоже когда-то бывали, приезжали на субботу, воскресенье или на праздники? Черт побери! Вокруг света? Да. Кино снимаем тут у вас. Цигель-цигель-ай-лю-лю. Михаил Светлов. Надо бежать. Пока. Баку – город, знакомый с детства. Даже если и не был здесь ни разу, но все равно чувствуешь себя так, будто все и всех здесь давно знаешь. В советских фильмах Баку выдавали за заграничный приморский портовый город. Сцены человека-амфибии и бриллиантовые руки снимали здесь. Когда-то Баку лежал на Великом Шелковом пути. Караваны, груженные товарами, делали здесь остановку, а купцы размещались в караван-сараях, гостиницах. От товаров купцы избавлялись на базарной площади. Нынешние торговцы старого города обосновались неподалеку. Продают они не драгоценности или шелка со специями, а азербайджанские ковры и антиквариат. Старый Баку – место для мировой культуры важное и для нас интересное. Здесь высится символ города – Гыз-Голосы, девичья башня. Давным-давно, в доисламские времена, когда Каспийское море плескалось у самых стен башни, жил-был шах, повелитель. И была у шаха дочь, которую он хотел выдать замуж за нелюбимого человека. Доведенная до отчаяния девушка взобралась на башню, прыгнула в море и утонула. Вот такая печальная история у девичьей башни. Хотя она не отвечает на вопросы, когда, кем и для чего построили это сооружение. Загадочная башня теперь музей, как и роскошный дворец Ширваншахов. Это целый ансамбль зданий. Самое главное, собственно, дворец. Строил его в 15 веке шах Ибрагим I Халилулла, союзник самого Тамерлана. Дворец двухэтажный. На нижнем жили слуги, держались припасы, а господа размещались наверху. Связь между этажами поддерживалась через вот такие вот отверстия. Халвы Ширваншаху! Халвы Ширваншаху! Халвы Ширваншаху!
принесем. Несите быстрее. Акустика во дворце такая, что, мне кажется, никакие дыры не нужны. Сказал, крикнул, а тебя весь Баку слышит. Эй-эй-эй! 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 Аллаху Акбер, дуает Ятма, Аллах Велик, молись, не спи. Культовые сооружения и в старом городе имеются, и в новом мимо них не пройдешь. Это не только мечети. Есть лютеранская кирха, православные храмы. 72 национальности в Баку. Русских 6,5%. Сейчас в Баку 3 православных храма. Один из них храм Рождества. Бакинцы всегда были людьми веротерпимыми, за что им большое спасибо. Мерси Баку, так здесь говорят иногда. За последние годы в Азербайджане построено и реставрировано около 1200 мечетей. Мусульман в стране подавляющее большинство, но Азербайджан был и остается государством светским. В Баку впервые на мусульманском Востоке открыли консерваторию, поставили оперу и балет. Первый балет, кстати, назывался «Девичья башня». Печальную историю с ней связанную я вам рассказал. Интересно, что сейчас дают в местном театре оперы и балета? Но моих более чем скромных знаний азербайджанского не хватит, чтобы прочитать эту афишу. Извините, пожалуйста, можно вас на секундочку? Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Вы не ошибаетесь? Да, не ошибаетесь. Вы наш зритель. Можете мне помочь прочитать вот афишу? Вот эту? Здесь, значит, опера Узейра Гаджибекова «Лейли Меджнун». Угу. С участием заслуженной артистки Азербайджана Гюлистан Алиевой и солистом Сабухи Ибаевым. Угу. Опера, наверное, про любовь. Про любовь. А скажите, пожалуйста, ТЗ «Базар» отсюда далеко? Рядом с государственным цирком. А цирк-то, кстати сказать, первыми на Востоке тоже построили азербайджанцы. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи вам, хороших дней. Вам удачи, спасибо. Не, спасибо, мне икра нужна, икра. Да. Много товаров съедобных и нет продается на бакинском рынке. Но меня, как, наверное, любого россиянина, больше интересует гора Кюря, черная икра. Сейчас узнаем, сколько эта гора Кюря стоит. Здравствуйте. Есть черная икра у вас? Дадите попробовать. С ножа нельзя, но все равно. Хорошая икра. И не соленая, и не пресная. Малосоленая. А вы ее в Москву поставляете? Да. Поставляете? Ну как, хлеб покупаете. Ага. Сколько же стоит баночка? 50 манат. 50 манат. Это 100 грамм, да? Да. А из Азербайджана можно вывозить 200 грамм. 50 манат. Одна банка, мне нужно две банки, это 100 манат. Килограмм будет, значит, стоить где-то 500 манат. Это примерно 14 тысяч рублей. Очень приемлемые цены, если учесть, что в Европе и США килограмм икры стоит от 4 тысяч долларов, а у нас в России, я не знаю, я не ем в России икру черную, а 25-30 тысяч. А, 1,5-2, даже дороже. Здорово. Так, тогда мне закатайте сразу две банки. В Баку я не встречал человека, который не говорил бы по-русски. Это приятно. На самом деле очень приятно находиться в стране с такой богатой историей, культурой. Здесь есть что посмотреть, есть что показать и есть что попробовать. Спасибо. Можете не пересчитывать.
Спасибо.